Сейчас о спорте. Новичок в хоккейной Сибири. Клуб объявил о подписании контракта с экс-нападающим хабаровского «Амура» Владимиром Первушиным. Соглашение с форвардом рассчитано до конца текущего сезона. 30-летний хоккеист успел поиграть и за «Авангард», и «Югру», «Адмирал». Всего в матчах регулярных сезонов континентальной хоккейной лиги Первушин набрал 51 очко, а в Кубке Гагарина – 2 очка. Сейчас в КХЛ пауза, вызванная Кубком Карьяла, который пройдет с 3 по 6 ноября в Финляндии. А ближайший матч «Наша Сибирь» проведет 8 ноября дома против московского «Спартака».